Це подробиці тижня. Ми продовжуємо і одразу повертаємось до політики. Тепер наш гість Юрій Бойко, співголова опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, радий вас вітати. Добрий вечір. Ну що, як вам цей політичний тиждень у Верховній Раді з усіма його скандалами, бійками? Та як ви вважаєте, чи вдасться монобільшості все ж таки довести до успішного фінального голосування законопроект про землю? Смотря, що розуміти під успішним. Я абсолютно убежден, что подобная позиция и поведение слуг народа это и попытка сломать через колено общество, они ни к чему хорошему не приведет. Собственно говоря, и прошлая неделя показала, когда пытались тайно провести комитет, выбросить все правки депутатов, все, что надо внести в проект закона перед вторым чтением. И это привело действительно к противостоянию, а до этого было противостояние на улице, когда пострадали правоохранители, пострадали люди. Поэтому я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что вот в таком виде толкать и тащить социально чувствительный, очень проблемный закон невозможно. Только через референдум рассказать людям, что это, учесть интересы фермеров, учесть тех, кто владеет паями, и только после этого принимать какие-то действия. А иначе это политическая провокация. Але все ж таки, якщо 226 голосів за цей законопроект набереться, то що можна чекати далі? Якою буде реакція тих людей, хто вже зараз виходить на вулиці та протестує проти земельної реформи? Ну, яка може бути реакція українського фермера, який втрачає бізнес? От їх 100 тисяч в країні. І вони вже посчитали, що при такому законі, в такому виді, они смогут выкупить примерно треть тех паев, которые сегодня у них в аренде, которые они обрабатывают и платят арендаторам за эту плату. Понятно, что люди, которые и создают рабочие места, они живут в селах и производят примерно 70% продукции, сельскохозяйственной продукции, которую производит страна. Естественно, это противостояние. И самое главное, что вот так тупо и безмозгло протаскивая этот закон, абсолютно четко ставят общество на грань противостояния. И этого допускать нельзя. Вот почему мы заблокировали заседание комитета? Почему мы вышли с этой инициативой, чтобы пересмотреть и вообще ввести процесс в законодательное русло? И в таком виде я очень надеюсь, что это произойдет, потому что иначе это тупик. Это политическое противостояние, провокация. Люди понимают, что их хотят обмануть. Я не проти цього. І ще одне болюче питання. Транзитне. Чи вірите ви, що представники Росії та України дійдуть згоди і до нового року укладуть договір про транзит газу нашою територією? Та на яких умовах може бути ухвалено подібне рішення? Я абсолютно убежден, що транзитний договір буде заключен, тому що в цьому заінтересована Європа, в цьому заінтересована Росія і, звісно, ми. Как страна, которая каждый год получает 3 миллиарда долларов валютных поступлений от транзита российского газа в Европу. И у нас там около 50 тысяч рабочих мест. Это техническая безопасность нашей страны. И это элемент, важный элемент безопасности, энергетической безопасности Европы. Я убежден, что заключен будет договор. Понятно, что будет компромисс. Но подобные вещи, выйти из такого тупика без компромисса невозможно. Поэтому надо честно сказать людям, что это будет компромисс, но это очень важно. Этот договор нам нужен, и его надо заключить. Ваша оценка, что происходит с бюджетом? Чему выникла такая проблема с финансированием выдатков в поточном році? И ну, такая, что урядовцам даже довелося призупинити деякі проплаты? Это действительно беда, потому что доработались до, как говорится, до ручки, когда не хватает денег на выплату. Хватает только на защищенные статьи, а на развитие практически нет. И все программы остановили. Причины, на мой взгляд, две. Первое, это провалили план под таможней из-за дикого непрофессионализма руководства, нового руководства таможни и всех, кого они там поназначали, своих друзей и кумовьев. А второе, это абсолютно бездумный выпуск облигаций внутреннего государственного займа, выкупка их спекулятивным капиталом. Зашло много валюты в страны, выкупается под 9% годовых, все охотно идут, потому что понимают, что это хорошая сделка. А вот этот ход этого спекулятивного капитала, он привез к неконтролируемой револьвации гривны, а, соответственно, потерям бюджет. Потеря наших экспортеров, потеря доходов бюджета. Вот эти две причины привели к тому, что примерно бюджетный дефицит образовался в размере 80 миллиардов гривен. И это и сегодня правительство просто обрезает там, где оно считает нужным. Честно говоря, даже дело не в этом. Это
Это страшно, плохо, это поправимо. Но я сегодня послушал премьер-министра, я понял, что он абсолютно счастливый человек, потому что он не понимает глубину проблемы, и он вообще не соображает, что надо делать. Вот он вышел, вот он позирует, он собой доволен, а у людей нет зарплаты, у людей нечем платить за коммунальные услуги, и он не соображает, как это поменять. Поэтому вот это главная беда. Дикий непрофессионализм и отсталость от сьогоднішнього правительства. Цієї середи у Мінську не вдалося домовитись про звільнення полонених. Навіть, як ви взагалі оцінюєте зараз, чому буксує реалізація мінських домовленостей, так? І чи є надія все ж таки, чи залишається надія на те, що наші співвітчизники до Нового року повернуться додому, як, в принципі, обіцялось? Я думаю, що повинна бути тщательно проведена перевірка, в чому я бачу, що проблема була, судячи з публічних висловлювань, як мінімум. Но то, что мы идем к миру, это абсолютно понятно. У нас нет альтернативы. У страны не может жить постоянно в состоянии войны. Высасывается бюджет, гибнут люди. Никаких инвестиций не приходит в страну. И вот задача следующего года – это прийти к миру, провести на этих территориях выборы, получить там легитимную украинскую власть и вернуть территорию людей домой, в Украину. И на это должны быть направлены усилия всех политиков. Как минимум мы на это направлены, наша политическая сила, и мы все для этого сделаем. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, співголова опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання. Спасибо вам.